Этого кота зовут Лёва. Он невероятно умный, знает множество команд и выполняет спортивные упражнения. Все это он знает благодаря воспитанию хозяина. Кот родился в Монголии. У него было много братьев и сестер, но хозяйка всех их утопила. Лёва остался в живых только благодаря своей необычной внешности. В тот же день мама-кошка забрала своего единственного оставшегося в живых котенка и сбежала из дому. Какое-то время она скиталась по улицам, после чего прибилась к военной базе. Там Лёва познакомился со своим будущим другом Петром Петровичем. Когда мужчина оканчивал службу, то забрал Лёву с собой в Калининград. С тех самых пор эта парочка неразлучна и все свободное время проводит вместе. Бывший военный выдрессировал Лёву так, что весь город восхищается его умом. Еще одна особенность котика – интересный ошейник. Он достался от жены Петра Петровича. Когда она умирала, попросила мужа изготовить ошейник для кота из ее бус. Мужчина выполнил последнюю волю супруги. Слава об умном коте быстро разлетелась по стране. Однажды пенсионер получил предложение о продаже кота. Ему предлагали 500 000 рублей, затем автомобиль, но мужчина отказал. Он сказал, что Лёва для него почти как ребенок, поэтому о продаже не может идти и речи.